канун Дня матери в Одинцово чествовали многодетных матерей. Медали материнской славы Одинцовского городского округа вручили 32 женщинам. Глава муниципалитета Андрей Иванов поблагодарил их за сохранение традиции создания больших и крепких семей. «Материнство – это труд более тяжелый, чем любая другая работа», – подчеркнул он. Вместе с главой муниципалитета Одинцовских матерей поблагодарили первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.